Это, по-твоему, байк? Может, не такой крутой, как у намадов, но ездит. Садись. Как она там? Девчонка, которую я привел, Лиза. А ты меня отведешь к ней? Нет. Не понял, Рики, что за дела? Почему нет? Не могу, ее тут нет. Стоп, я что-то не понял. Куда она делась? Пару дней назад Шиза назначил ее в команду собирателей. Она и еще трое ребят пошли в Кэмп Роук за припасами. Вернулись без нее. Ты хочешь сказать, они бросили ее? Бросили ее водище? Никого они не бросали. Убежала она. Господи! А дальше кто знает? Волки, фрики, упокоители. Выбирай на вкус. Чем Ши задумал? Нахрена он послал ее за припасами? Все должны работать. Так у нас заведено, и ты это знаешь. Просто не верится. В Мэрион Форкс, где я ее нашел, она продержалась несколько лет. Да, может, не надо было ее оттуда забирать? Кто здесь? А ну, вали, пока я тебе башку не отстрелил! Это я. Стой, назад! Эй, привет, я Рики. Ты меня помнишь? Я год назад вместе с вами была. Рики? Да. В Тумула? Да. Это между Тумула. И Lost Lake? Да. Слушай, да. Подожди. Ты вспомнил, как себя чувствуешь? Бухарь, ничего. Да, зашибись. И все равно ты не имел никакого права нас грабить. Прикалываешься? Ты его руку видела? Что мне было делать? Ну, не знаю. Попросить по-хорошему. Господи, тоже мне грозные байкеры. Самые крутые намады на все одище, и вот приползли на брюхе к Майку. А, стоп! Если вас пустят. Короче, ведем пока его к Эдди. Пошли. Давай, встаем. Руки убери. Рики. Ну да, Рики. Стоп, а мы вообще куда? Эдди сказала, она посмотрит твою руку. Попробует тебя подлечить. Что? Нет! Нет, не поеду я ни в какой лагерь. Нахрен мне это надо? Да и... Это всего на несколько дней. Она даст тебе какие-нибудь лекарства, и потом... Нет, сам знаешь, что там за жизнь. Да ты все перепутал. Это не Hot Springs, это Lost Lake. Железный Майк, помнишь его? Железный Майк? Он хотел нас убить. Ты сказал? Это было давно. Они отстроились. Теперь там больше народу. И все они там подохнут. К тому времени нас уже там не будет. Там единственный врач на всю округу. Эдди, она тебе поможет. Только на пару дней. А потом уедем отсюда к черту. На север. Как ты сказал, надо убраться отсюда подальше. Да. Да, поедем на север. Оставим все это в прошлом. Ну, в общем, мне бы лучше вернуться к пациенту. За ним присмотр нужен. Чё, слилась? Да, ты сечёшь. А сколько это? Ну, в смысле, сколько его лечить? В смысле, надолго ли ты застрял? У нас есть антибиотики, но их мало. Если Майк вас оставит, у твоего друга есть шанс. Так что случилось? Как он так руку обжег? Мы нарвались на упокоителей к югу от Балнапа.
Им не понравились его татухи. Господи, я слышала, что они проделывают такое с собой, но не с теми, кого пытаются завербовать. Да не хотели они его вербовать. Ну, лучше бы Такер тоже с ними договорилась, как Майк. Рикки, но он не понимает. Карлос не будет соблюдать никакой договор. Это все уловка. Но Майк этого не видит. Он видит больше, чем ты думаешь. Ты ведь человек не потерянный. Просто душишь голос сердца. Спасибо тебе за поддержку. Этому говнюку вообще нельзя верить. Эдди размазня. Майк, мы едва кормим тех, от кого есть хоть какая-то польза. Куда нам еще этого, коллега? Он не коллега, он может работать, он... Им просто надо дать пинка. Нет, Майк, разве мы такие? Охренеть, ну ты даешь. А ты? Неужели надоело быть шестеркой у Такера? Реймонд, хватит! Не зови меня так. В жопу достал. Ну все, видишь? Хватит! Видишь? Ты знаешь, что это за хрен и на что он способен? Ты успокойся! А ты? Убери капушку. Майк, это ведь он привел эту девочку! Я знаю! И да, я знаю, что он за человек и что он сделал. Он не хуже, чем ты. Или Рикки. И не хуже меня. Мы все пожили свое водище. И всякого дерьма там успели наворотить. Дик нам пригодится. Стоп, минуточку. Я прошу лишь несколько дней и антибиотики. Сделаю, что скажете. Ну чё, ладно. Как решите, я согласен. Все, пошли. Я тебе не верю. Только не начинай. Так это ты их привела. Привела? Скажешь тоже. Бухарю помощь нужна. Этот хер ограбил лазарет. Кстати, замок там очень ненадежный. Рикки сказала, ты больше не работаешь на Такер. Ты прислал ту девочку сюда? Прости, что я тогда соврал тебе насчет Такер. Сколько вы уже скитаетесь, ты и Билл? Не знаю. Как ты теряешь счет времени? Если люди не начнут обживаться на месте и вести хозяйство, к следующей весне уже никого из нас не останется. Если ты разрешишь нам переждать здесь, пока Бухарь не поправится, я готов браться за любую работу. Просто я хочу, чтобы ты знал, как только он поправится, мы соберем припасы, снаряжение и поедем на север. На север? Там есть лагерь, рядом со Смит-Рок. Бухарь там никогда не бывал, а здесь слишком много воспоминаний. Пора начать все заново. С чистого листа. Ну да, понимаю. А теперь иди, не маячь перед глазами. Мне надо подумать. Ладно, Майк, как скажешь. Если что будет нужно, пусть Рикки со мной свяжется. Дикон,
Эй, все в порядке? Что такое? А, да вообще-то я к тебе. Так. Зашел узнать, не нужно ли чего. Ну, для лазарета. На самом деле у нас всего мало. Ну, в смысле, нужны лекарства, стерильные бинты, инструменты. А, вот. Хм. Нож Листона? В гражданскую войну такими выполняли операции в полевых госпиталях. Операции? Да, когда не было анестетиков и опия. Я там написала, где такое можно найти. Это брошюра из туристического центра. В Кэмп-Шермане, где фриканы так и кишат? Ну, я попробую. Да, Дикон. Спасибо. Ехать в Кэмп Шерман. А фриков там, как муравьев. Слушай, хочу спросить. Я слышала, как ты приехал тем вечером с Рикки. И кто с тобой был? Бухарь. Его зовут Уильям. Билл. Но я всегда звал его Бухарем. Не спрашивай, почему. Короче, ты скажи, с ним все нормально будет. А то я видела его в лазарете. Выглядит хреново. Да, он... Пока. Это все. Эй, ты ведь что-то продаешь? Есть топливо, если нужно. Загляни позже. Да-да. Дерьма в жизни и так хватает. Минутку. Эй, меня кто-нибудь слышит? О'Брайен, это ты? Да, да, это О'Брайен. Наша рация еще при тебе. Хорошо. Я постараюсь помочь тебе выяснить насчет той женщины. С
Сара Уитакер. Я посадил ее на твой вертолет. Да, да, я знаю, ладно. Но сначала ты должен для меня кое-что сделать. Чего? Я тебе что-то должен? На твоей рации есть цифровой дисплей. Я отправлю тебе зашифрованное сообщение, координаты. Встретимся там. О, Брайан, ты чего там мутишь? Просто жди на месте. Меня будут сопровождать бойцы Нерва, как и раньше. Смотри, чтобы тебя не увидели. Конец связи. Диконсон, Джон, это Копланд. Прием. Дик, слышишь? Привет, Коуп. Дай угадаю, у тебя для меня дело? Лады, я загляну, как получится. Отбой. Еще одно. Погнали. Дик, это Такер. Ты здесь? Такер? Да, я здесь. Небось, работу мне придумала. Ладно, я заеду. Конец связи. Вот он. Где оно? Твою мать! Ведь рядом...
готово. Теперь фриков тут поубавится. Заперто. Thank you.
Пожарный выход. Здесь внизу. Мало что осталось. Все вынесли подчистую. Вот этот нож. Теперь надо отвезти его к Эдди. Все, есть. Эдди, я достал тебе этот нож. Спасибо тебе. Ты не представляешь, как мне нужен. Нет проблем. Я рад помочь. Снайпер засел на дороге, черт! Ты нашел время! Как ты это упал? Больше ты никого не подкараулишь. Он где-то здесь. Черт, что за сука? Бегом! Прячься!
Все, есть. Ну, двигатель накрылся. Нормально. Открывай. Я работала в обществе защиты животных. У нас был маленький офис и вольер для собак за пределами Систерс. Привет. О, вот тот нож, который тебе нужен. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Это ты. Ты ведь что-то продаешь? Над байком точно нужно поработать. Черт, тебе нужны тонны топлива. Ну да, ладно. Да. Открывайте, сколько мне тут ждать? Да-да, пустите. О, Дик, рад видеть. Как же... Лэнни. Привет. Сент-Джон, у меня к тебе дело. Коуп. А ты не долго и раком заболеть. Горло дерет. Дик, как дела? Дэймон. Водищу топлива хрен найдешь. До скорого. Эй, Дика. Ну, как жизнь, Дэймон? Передохну чуток.
Ну ладно, идем. Эй, как думаешь, фрики что-нибудь помнят? Дикон Сент-Джо. Дэймон. Дикон, дружище. Эй, постой. Посмотрим поближе. Посмотрим, что тут у нас. Коуп, я отправляюсь в лагерь номадов на трассе. Что-то еще о них знаешь? Почти ничего. Во время одной из вылазок они подобрались к нам слишком близко. Я отправил человека разобраться. Он не вернулся. Ты кого-то отправил на поиски? Ага. Парня по имени Дикон Сент-Джо. Конец связи. Так. Надо осмотреться. Ладно, где? Вот ты где. Это здесь. Ну, куда? Я на верном пути. Заряжаю! Вот.
хватит! Слышь, заткнись, я тебя освобожу. Что? Что? Ты не... Я от Копленда. Вставай. О, Господи, спасибо, спасибо. Давай уже. Увязали за нами во время вылазки. Я не знал, что делать. Помолчи, бежать. Открывайте, сколько мне тут ждать? Я его уже видел. Откройте. Тут пришел этот намаз и вывалил на стол целую связку шипов. Несколько десяток, не меньше. За байком своим пришел, да? Эй, Зенни. Нужно прокачать. Пока. Рад тебя видеть. Что? Как жизнь лагерная? Все по-старому? Еще что-нибудь? Давай, работай. Эй, подними задницу и работай. Нет, 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 нет. Я не дома. Твою мать. Вот это стоящая вещь. Пойду осмотрюсь. Загляни, если что-то нужно будет. Дай мне знать, если что-то еще будет нужно. Что нужно? Дик, у нас проблема. Я здесь, Такер. Что? Помнишь, Алкай говорил, что мы обнаружили упокоителей, и они идут сюда? Да, сказал, что не пытался их остановить. Ну... За байком своим пришел, да? Зенни. Коуп, я нашел твоего человека. Он жив? Еле-еле. Идет к вам на своих двоих. Вышли кого-нибудь навстречу. Хорошо. Спасибо, Сен-Джон. Конец связи.
Полезли к моему другу. Я вас всех, ублюдков, перебью. Сейчас помогу! Такер, слышишь? Можешь насчет лагеря упокоителей не волноваться. Я его зачистил, всех до единого убрал. Неплохо. Похоже, это дело для тебя было личное. Элкай передавал мне слухи, что упокоители охотятся на бешеных псов. Скажем так, не с тем парнем они связались. Отбой.